На юге Йемена уничтожены 12 боевиков Аль-Каиды. Известно, что мишенью обстрела с воздуха была провинция Абьян. О других подробностях операции пока не сообщается. Напомню, на прошлой неделе беспилотник США атаковал боевиков на востоке страны. Были убиты 3 бойцов. Американские военные помогают Йемену справиться с террористами. Однако зачастую вместе с ними гибнут и мирные жители. Поэтому такие авианалеты вызывают осуждение и у населения страны, и у мирового сообщества. По последним данным, от обстрелов США погибли более 7 тысяч человек. Власти Йемена получают информацию о воздушных атаках только спустя 10-15 минут после налета.